Давай, держи. Все, на память. Да, я ее сам подарю. Открытие очередного цеха на птицефабрике «Гайская» – это новый этап в производстве качественного натурального продукта. Модернизацию производства здесь начали еще в 2002 году. Для того, чтобы оснастить предприятие новым современным оборудованием и повысить мощности, было потрачено почти 400 миллионов рублей. Результат – бренд «Гайфа» теперь один из самых узнаваемых на рынке. Вся продукция, которую мы производим, она реализуется. Поэтому мы расширение, мы нашли свой рынок. Вот, и поэтому мы не предполагаем сегодня, значит, расширение ассортимента, значит, увеличение, бездумного увеличения объемов производства. Мы будем работать над теми объемами, которые производим сегодня, но значительно снижать себестоимость и повышать конкурентоспособность нашей продукции. Получение яйца самого высокого качества – это одно из приоритетных направлений на птицефабрике. Высокие показатели в этом деле подтверждают победы на самых престижных конкурсах. Например, «Гайфа» взяла золотую медаль на «Золотой осени». Кроме того, эксперты признали предприятие лучшим экспортером и лидером экономики. Но, безусловно, самые строгие судьи – это потребители. Специально для них качественная продукция поступает на прилавки ежедневно, прямо с конвейера. Это означает, что яйца «Гайфа» всегда только свежие. К слову, сам руководитель предприятия Евгений Малюшин ежедневно выпивает по 2 сырых яйца. Его примеру на открытии нового цеха последовал глава региона Юрий Берг. Малюшин их хвалит и про силу всегда напоминает. И самое главное, он уже лет 20 рассказывает, что он каждое утро по три? Да. Каждое утро по три встает и по три выпивает. И каждый раз агитирует это делать. Ну, к сожалению, не всегда это удается, но стараюсь выполнять его эти рекомендации. Но у него-то каждое утро прям с птицефабрики подушки подносят. А мне-то где? Это же я пока где-то раздобуду, да чтобы это свежий. И потом я так редко дома бываю. Это шутка, конечно. А если говорить серьезно, то губернатор был в том числе порадован и положением дел на птицефабрике. По его словам, на сегодня это одно из самых стабильных предприятий в регионе с хорошим управлением и условиями для сотрудников. Исходя из этого, можно судить, что выпускаемая продукция также находится на самом высоком уровне.